Привет, народ, как дела? Давно вас не видел, давно вы меня не видели. И сегодня я вам хочу показать урок по посадке картофеля. Ну что, мы сажали в прошлом году картошечка. Картошечка выросла хорошая. Потом картошечку другую посадили. Картошечка замерзла. Мы показывали вам ролик, как нас засыпало снегом. Но она засыпала снегом, но я попозже покажу. Все-таки она выжила. Потому что почему? Потому что я глубоко сажаю, ребята, это секрет. Ну, сегодня я покажу вам новый способ американцев, как они садят картошку. Специально ходил в лабораторию, специально для вас взял пару семян. И вы просто будете удивлены, что мне американцы сказали. Что это все неправильно, что русские сажают картошку, чем побольше, побольше урожая получилось. Я удивился, я всегда считал, чем больше картошка, тем больше урожай. Но оказывается не так. Говорят, надо по библейским, всегда по библейским идти законам. Меньше будет возвышенный, возвышенный будет униженный. Так что, чем, оказывается, американцев так, чем меньше картошка, тем больше урожай. Ну вот не знаю, судите сами. Вот смотрите, сказано так. Маленькую картошечку посадить. Это мы будем от семена, видите, вот. Я приобрел семена картошки, и мне дали специальную землю, сказали, без этой земли урожая не будет. Так что, что надо? Главное посадить картошку, и чем ты будешь ее кормить. Вот это самое главное. Они мне дали вот такую земельку, вот смотрите, вот такую земельку мы насыпаем, и будем сейчас мы ее садить. Что мы делаем? Очень быстренько картошечку главное правильно поставить. Обязательно поставьте вверх. Обязательно вверх поставьте. И углубите. Углубите. Мальчик, не мешай мне, пожалуйста. И углубите ее вниз. И вторую. Возьмите вторую картошечку. И тоже поставьте вот так. И третью тоже возьмите. И поставьте вот так. И потом, что сделаете? Волшебной земелькой надо засыпать. Обязательно засыпать. Засыпать. Это называется волшебная земля, которая будет делать вам прекрасный урожай. И очень-очень классная картошка будет. Так что посмотрим, правду америкосы мне сказали или нет. Ну, надеюсь, они правильно сказали мне. Еще посади туда до конца. И еще до конца, да? Да. Окей. Мы еще поставим. Мы еще поставим пару клубней. Так что. Это очень вкусно, вот видишь. Говорит. Да, это прямо вот. Она вот. У меня новый помощник появился. Диктор, американский диктор. Так что сынуля мне помогает сегодня. За вам ролик закатать. Так что вот. Как чеснок. Ну, с каждого куста будет такая картошка, они сказали. И вот таким макарчиком мы засыпаем ее Magic Soil. Это волшебная земля. Так что, ну все. Пока-пока всем. Пока-пока. Так, куда вы поставите, мадам? Вот такая, да? Да, вот такая картошечка. И самая-самая вот... Самая-самая выгодная картошка, которую можно посадить и получить большущий урожай. Потому что ни разницы нету, какую картошку вы садите. Главное, чем вы будете кормить ее. Ну все, пока-пока, до встречи. Пока-пока.